Сегодня рассмотрим разминку для дошкольников и школьников младшего возраста. Начинаем первое упражнение с мячом, комплексная разминка, вращение мяча вокруг тела. Начинаем вокруг шеи. Приготовились, начнем. Вокруг пояса. Опускаемся вниз. Вокруг коленного сустава. Ноги ставим на ширине плеч и начинаем перебирать мяч пальчиком. Делаем ноги вместе, берем мячик и встаем потихонечку в исходное положение. Вокруг шеи. Мяч ставим перед собой. Закончили упражнение. Следующее упражнение с мячом направлено на разминку запястного сустава и мышц предплечья. Зажимаем мяч двумя руками. Акцентируем внимание на то, чтобы локти были на высоте плеч. И начинаем движение к себе. Тянем мячик к груди. Сделали 2-3 раза. Теперь делаем так, чтобы пальчики смотрели на вас. И тянем руки от себя, при этом ладони размыкаться не должны. Сделали несколько раз. Пальчики смотрят вниз, левую ногу вперед. Корпус наклонили чуть-чуть вниз, локти смотрим в стороны и также начинаем тянуть к груди. Отлично, закончили упражнение. Следующее упражнение на разминку суставов и мышц ног. Ставим правую ногу на мяч, откатываем мячик назад, касаемся коленным суставом и возвращаемся в исходное положение. Нога всегда контролирует мяч. После этого меняем ногу, делаем то же самое упражнение. Приготовились, начнем. Закончили упражнение. Следующее упражнение направлено на разминку коленного и голеностопного сустава. Начинаем с коленного сустава. Руки на пояс. Правую ногу поднимаем, сгибаем в колени и делаем круговые движения вокруг мяча, не касаясь его. В правую сторону 2 раза и в левую сторону 2 раза. После этого меняем ногу. Также левой ногой 2 раза влево и 2 раза вправо. После этого разминаем голеностопный сустав, руки держим на поясе. Правую ногу ставим на мяч и начинаем круговые движения. Также 2 раза влево и 2 раза вправо. После этого меняем ногу и та же самая левая нога. 2 раза влево и 2 раза вправо. Закончили упражнение. Еще одно упражнение нашей разминки – отжимание с мячом. Покажу вам 2 способа. Итак, принимаем упор лежа. Детям, которым тяжело отжиматься на мысках, ставит ноги на колени. Отжимаемся на правой руке, делаем раз, перекатываем мяч под левую руку. И на левой руке то же самое. Два. Опять под правую руку, раз, под левую руку. 2. Упражнение закончили. Упражнение с мячом на косые мышцы живота. Закончили упражнение. Упражнение с мячом на прямые мышцы живота. Отправились, значит. Закончили упражнение. Следующее упражнение на разминку мышц спины. Закончили упражнение.
Рассмотрим еще одно упражнение с мячом, направленное на тренировку координации движений. Первое. Зажимаем мяч между ног. Пытаемся расставить ноги в стороны и поймать мяч двумя руками. Приготовились? Начали. Подбрасываем и зажимаем мяч бедрами. Подбрасываем и зажимаем мяч бедрами. Еще раз. Закончили упражнение.